Квантовое поле содержит абсолютно все потенциалы возможностей вашего будущего. Будущее, где вы богаты, любимы, счастливы, здоровы и успешны, уже существует. Привет, меня зовут Елизавета Волкова, я эксперт по силе мысли, автор трансформационных программ, автор 2 бестселлеров об исполнении желаний с помощью силы мысли и единственный человек, который взял интервью у доктора Джо Диспенза в России. Сегодня я расскажу о таком понятии, как квантовое поле. Почему в нем уже существует тот потенциал, который вы хотите в своей жизни реализовать. Я буду использовать опыт и цитаты доктора Джо Диспенза, а также в конце этого видео мы с вами сделаем гениальную медитацию с вхождением в квантовое поле, которую научил меня делать доктор Джо Диспенза. Но сначала заберите мой подарок для вас. Это билет на бесплатный онлайн-мастер-класс, который называется «5 ключей по управлению реальностью». В течение 3 часов я собираюсь рассказать вам на этом мастер-классе свою методологию исполнения желаний. Что за 5 ключей, которые помогут вам исполнить любое свое желание за 30 дней? Я не знаю, что вы хотите. Встретить любимого человека, выйти замуж, увеличить свой доход в 2 или 3 раза. Исцелить заболевания, похудеть, купить квартиру, машину. Все это возможно, если вы будете правильно визуализировать, правильно медитировать и делать те техники, которые я покажу вам на своем мастер-классе. Прямо сейчас открывайте описание к этому ролику и регистрируйтесь на мой мастер-класс. Места ограничены, действуйте. Чтобы выйти в квантовое поле, говорил Джо Диспенза, нужно отключиться от трехмерного мира. Сегодня во время медитации нам предстоит выйти за пределы нашего тела, за пределы среды и времени. Это нелегко, но оно того стоит, потому что как только мы отключимся от трехмерной реальности, мы войдем в совершенно иное пространство, называемое квантовым миром, миром бесконечных возможностей. Квантовое поле представляет собой невидимое поле, которое состоит из информации и энергии. Это осознанное, разумное поле, которое находится везде, за пределами материи. Для понимания того, что представляет собой квантовое поле, представьте, что на Земле исчезли все люди и вещи, все животные и растения и прочие физические объекты, как природного происхождения, так и созданного человеком. Все континенты, океаны, и исчезла даже сама Земля. Представьте, что вы убрали все планеты и их спутники, и звезды в нашей Солнечной системе, и включая Солнце. А затем представьте, что вы убрали и все другие системы в нашей галактике, а затем все галактики во Вселенной. Нет ни воздуха, ни даже света, который вы могли бы увидеть глазами. Только абсолютная чернота, пустое, нулевое пространство. Это важно понимать, поскольку когда вы, как сознание в настоящем моменте, выходите в единое поле, вы оказываетесь в бесконечном черном пространстве, не имеющем ничего физического. А теперь представьте, что в этом пространстве у вас нет чувств, нет зрения, вы ничего не видите, нет ощущений, вы не ощущаете себя телом, нет никаких звуков, нет размышлений, тактильных ощущений. Вы можете войти в квантовое поле только как осознанность, как чистая осознанность. Вы не можете войти в квантовое поле как человек со своим телом. Вы можете войти в квантовое поле только как чистое сознание, потому что квантовое поле и есть чистое сознание. Когда мы попадаем в квантовую вселенную, мы существуем только как осознанность или как сознание. Особая осознанность, направляющая внимание на поле бескрайних возможностей, существующее внутри еще более великого сознания, на еще более высоком уровне энергии. Квантовое поле — это там, где существуют все возможности. И задача нас, как сознания, во время медитации войти в квантовое поле и с помощью своих мыслей и чувств, то есть энергии, информации, выбрать тот вариант своего будущего, который вы хотели бы проживать. Нет никаких ограничений, в квантовом поле есть все варианты, вот все варианты возможностей. Там есть возможность, где вы богатый человек. Там уже есть, уже существует вероятность, где вы счастливы со своим любимым человеком.
Там есть вероятность, где вы здоровы. Ваша задача – стать абсолютно осознанным и войти как пустое энергетическое сознание в это пустое квантовое поле и своим вниманием выбрать нужную возможность. Итак, вы готовы? Тогда мы приступаем к медитации. Медитация «Квантовое поле возможностей» позволит вам реализовать желаемые события. Приготовьтесь. Найдите для себя комфортное тихое место, где вас никто не побеспокоит. Сядьте или прилягте. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох и выдох. И еще один глубокий вдох и медленный протяжный выдох. Еще один глубокий вдох и на выдохе выпустите все свое напряжение. Полностью расслабьтесь. Полностью расслабьте свое тело. Дышите легко и свободно. Удерживайте весь фокус внимания на моем голосе. Когда вы абсолютно спокойны и сфокусированы на моменте и сейчас, вы ощущаете свое тело, ощущаете сердцебиение, слышите и чувствуете свое дыхание. В этот момент мысли замолкают. Нет ни сомнений, ни страхов, ни каких-либо переживаний. И в этой тишине спокойствия вы готовы к тому, чтобы установить связь с квантовым полем бесконечных возможностей. Это исходное поле, которое окружает вас, которое повсюду, как воздух, и снаружи, и внутри вас. Это непроявленное исходное поле материального мира. Это поле энергий, которые вибрируют прямо сейчас. В квантовом поле в этот самый момент одновременно существуют все потенциальные варианты вашей будущей жизни. Там же существует вариант, где вы богатый, гениальный, успешный человек. Варианты, где вы счастливы в личных отношениях, где исполнены все ваши мечты. Этот потенциальный вариант уже существует. Сейчас в этой медитации вам предстоит настроиться на волну вашего идеального будущего. Но сначала отпустите весь внешний материальный мир. Вы можете войти в квантовое поле только как присутствие, как осознанность. Услышьте безмолвие, которое скрывается за вашими мыслями. Тишина. Просто присутствуйте в этом моменте. Просто будьте.
Растворите все образы, воспоминания. Вместо этого представьте черное, бесконечное пространство перед вами и позади вас. Везде вокруг вас квантовое поле, исходный код реальности. Здесь нет времени, нет пространства, нет вашего тела, нет вашей личности. Есть только ваше присутствие. Присутствие вашего сознания. Сейчас вам предстоит настроить себя на волну, на вибрацию, которая полностью соответствует будущему, о котором вы мечтаете. Именно так, вниманием, вибрациями, вы творите свой мир. Вы выбираете из квантового поля бесконечных возможностей один единственный вариант будущего, который проживете в материальном мире. Что именно вы хотите иметь? Как вы видите свое ближайшее будущее? В чем состоит ваше намерение на этот момент? Как бы вы хотели запрограммировать свой мир? На какие события? Осознайте, что что-то внутри вас является источником для создания всей вашей будущей жизни, как будто вы в центре Вселенной, в центре поля. Вы — главное внимание. Вы есть все. Присутствие. Вы в центре всего, что есть. В этот момент ощутите свое могущество. Представьте себя божеством, творцом реальности, гением. Вы — абсолют. Ощутите свое могущество. Вы — божество. Вы — центр этого мира. Это вы все создавали ранее. Это вы все создаете сейчас. Вспомните свои прошлые заслуги. Какую жизнь для себя вы уже создали? Представьте, какая сила есть внутри вас. Вы можете создать все, что угодно, прямо сейчас. Вы абсолют. Ощутите силу и душевное наслаждение. Вся жизнь под вашим контролем. Ощущайте могущество вашего сознания. Вам все доступно. Для вас все возможно. Ощутите мимолетно поднимающееся состояние блаженства. Не прогоняйте его, держите силой. Просто будьте в нем.
Какое это блаженство ощущать себя центром мира и быть могущественным существом, творцом, абсолютом, способным на все. Теперь устанавливаем связь с квантовым полем. Вы знаете, как это делать. Начинайте развивать ощущение радости. Радости от осознания своей истинной природы Творца. Ощущение, что все пространство — это любовь, забота, доброта. Поблагодарите Вселенную за то, что она дает вам. Поблагодарите Вселенную, квантовое поле, за то, что мир всегда отзывается на ваши просьбы и всегда приводит в вашу жизнь прекрасные события, дает вам все, что вы представляете и визуализируете. Квантовое поле и вы одно. Вы работаете сообща. Почувствуйте благодарность. Начните окружать себя любовью. Чувствовать любовь внутри себя. И чувствовать любовь поля по отношению к вам и к вашей жизни. Сейчас вы создаете мощный порыв энергии. Вибрации повышаются. Ощутите прилив сил. Ощутите, что вы светитесь изнутри. И эта энергия сливается с энергией квантового поля. Считайте, что контакт налажен. Постарайтесь удерживать блаженство от осознания своего могущества и ощущения слияния с полем не менее 1 минуты. Продолжайте излучать любовь. Благодарность в сторону поля. Ощущайте прилив сил, энергии, радости, очень возвышенные вибрации. Больше благодарности, больше любви, добра, дружбы. А теперь представьте вашу будущую жизнь в ее идеальном варианте. Сделайте это непринужденно, когда приходит пик радостного состояния. Увидьте свое ближайшее будущее, где вы получили то, что хотели. И вы уже счастливы, потому что имеете это сейчас. Продолжайте излучать радость, блаженство, связь со всемогущей космической силой. Войдите в вашу будущую жизнь, как в виртуальную реальность. И окажитесь там на минутку. Где вы? Кто с вами рядом? Что вы делаете?
как изменилась ваша жизнь? Как это чувствуется? Каково вам в этой жизни? Настройте свои вибрации на вибрации идеального варианта развития событий. Почувствуйте радость, азарт, довольность, воодушевление, полное удовлетворение. Вы проживаете сейчас идеальную жизнь. Ваша мечта исполнена. Вот она. Все происходит так, как вы хотели. Чудо. Испытайте глубокое и теплое чувство благодарности самому себе, абсолюту, квантовому полю, за идеальную реализацию вашего намерения. Все даже лучше, чем вы могли себе представить. Благодарю, благодарю, благодарю. А теперь с полным доверием, знанием, что ваше желание будет исполнено, все будет в лучшем виде, в лучшее время, в самое подходящее время. Придет к вам самыми простыми и гармоничными путями, на благо всем живущим на Земле. Вот с этим полным доверием можете отпустить свое видение идеального будущего. Отпустить и спокойно знать, что оно вот-вот наступит. Оно уже здесь. Вы настроены на эти вибрации. Вы счастливы. Можете спокойно готовиться к новому этапу своей жизни. Теперь давайте сделаем глубокий вдох, выдох. Наша медитация закончена. Можете открывать глаза и наслаждаться новыми энергиями свершения. Друзья, эту медитацию в идеальном качестве я решила записать в свое приложение Mind Power. Если вы еще не скачали это приложение, действуйте прямо сейчас. Я оставляю в описании ссылку. Это сайт appmindpower.com. Перейдя на него, вы увидите две ссылки. Вы можете скачать приложение для iOS, то есть для айфонов, а также Android для других телефонов. И слушать мои медитации в идеальном звучании, в идеальном качестве, в любое время и в любом месте, без рекламы и необходимости просматривать все видео и искать нужную медитацию. Скачивайте прямо сейчас и ищите эту медитацию. Она доступна по подписке. Всем пока!